Блин, всем привет. У меня видео прервалось. Короче, это снимаю, получается, вторую часть уже. То есть и так и будет видео. Первая часть, это вторая часть. Прибежал, в общем, я вот в Любич. Вот. Сейчас пойдем к курьеру, отдадим ему это КПК и будем следовать дальше. Блин, что-то видео сбросилось, может, время уже закончилось. Ну ладно, вторая часть, в общем. Вот, подходим к курьеру, он находится у ДК. Так, начинаем с ним разговаривать. Так, нужно доставить кое-что за периметр. Вот, так, мутный заказ, так, заплатишь сколько? 10 тысяч мне, 10 курьеру, еще 30, короче, 50 косарей он просит. Держи, отдаем ему 50 косарей. Да. Ну, так, если займет некоторое время, сам понимаешь, не меньше пары дней. Ага, закончить диалог. Все, теперь отходим к памятнику и ждем, когда журнал обновится. Вот здесь вот сбоку, вот тут будет, как бы, написано, журнал обновлен. Снова к нему подойдем. Сейчас пока отбежим сюда, подальше. Минуту две надо посидеть. И все. Так. Присесть. Сделали какую-то фигню после обновы, да? Что нельзя нажать на кнопку и сесть, к примеру. Обязательно вот так надо делать. Посидим на картонах, подождем. Ладно, друзья, я нажимаю на паузу, как журнал обновится, сразу же включу. Так, всем привет. Жду уже, наверное, минуты. Минут 5, наверное, точно. Журнал до сих пор не обновился. Раньше, я помню, он обновлялся, по-моему, 2 минуты и все там. Минуту-две. А сейчас что-то уже дофига. Ну-ка посмотрим. Нет еще. Минут 5 точно уже стою, жду. Ладно. Жмем на паузу. Все, друзья, журнал вот обновился у нас. Бежим к курьеру. Ну да, прошло минут 5. Короче, надо ждать минут 5. Раньше было пару минут всего, сейчас 5. Так. Подходим к курьеру. Как доставка? Проверю. Журнал задания обновлен. Найти пропавшего курьера, двигаешься через аэропорт по дороге, ведущему с востока. Так, братва, нам надо сейчас бежать в аэропорт. Так, надо бежать в аэропорт. Вот сюда вот. Аэропорт. Вот здесь вот водопад. Короче, вот тут. И здесь вот лежит мертвый этот курьер Ивоны. То есть нам надо бежать сюда. Вот. Потом надо подбежать сюда к капюшону, с ним поговорить. После этого надо бежать в деревню, здесь решить вопросы кое-какие. И у нас квест закончится, таинственное убийство, да? Но только потом, если мы хотим бегать по вешкам, да, ежедневку проходить, там 100, ну там 190, ну там 90-100 косарей в день зарабатывать, то там дальше открываются еще квесты, которые нужно проходить уже на Тунгуске. То есть мы отсюда должны улететь на Тунгуску. Так, Тунгуска даже у меня не открыта. Надо лететь на Тунгуску и там уже. Но там надо, чтобы у тебя было у наемников обязательно. Так, репутация. Где у нас наемники? Вот у наемников должно быть косарь, потому что Кисаревич там режет. У меня, видите, всего 70. Нужно 1000, не меньше. Даже можно больше. Потому что Кисаревич пятихатку где-то срежет. И чтобы со мной там Вульф заговорил, нужно тоже пятихатку. Так что сейчас я побегу. Ну, то есть, наверное, сейчас дня 3-5 может быть проходить этот, набивать вот эту репутацию. Как набью 1000, больше даже, да, там,
То есть после этого начну снимать уже третью часть квестов, линейку квестов Ульфа. Вот, начну снимать дальше. Но это будет не раньше, да, 3 дней точно я буду набивать. Нам надо, потом нам надо будет, как набью, зайдем сюда, купим, короче, аптечку среднюю, хлеб и воду, потому что там будет лежать труп. Вот здесь сейчас покажу. В конце вот здесь будет лежать труп, и он попросит это все ему дать. То есть надо будет сразу здесь, в Любиче, это все приобрести, чтобы у тебя с собой уже все было. Ну все. Всем пока. Пока не набью наемников 1000. То есть как набью их, увидимся. Будем снимать третью часть. Всем пока.